Теперь забронировать очередь в ЦОН стало гораздо проще. Сделать это можно с помощью приложения Халкбанк. Для того, чтобы забронировать очередь в ЦОН, необходимо на главной странице приложения выбрать «Госуслуги», затем «Бронирование очереди в ЦОН». Далее система предложит выбрать город, цель посещения, дату и время визита. По прибытию в центр клиент сможет отсканировать QR-код и получить электронный талон. К слову, воспользоваться сервисом также можно, позвонив по номеру 1414 через Telegram Bot, eGov.kz Bot 2.0, приложение мобильный ЦОН или eGov Mobile.